Так, здесь, значит, мы нашли уже 12 спутников. Вот у нас поверху идет нижний GPS 0. Сейчас он у нас найдет еще несколько спутников, где-то порядка. И тогда мы запустим. Три спутника уже нашел. Да, три спутника нормально. Сейчас 4 нашел уже спутника. Вот, смотри. Видишь? Уже 4 нашел здесь. А здесь 12. И можно запускать. Нам ничего не помешает. Ну, нам-то ничего не помешает. 4 спутника. Ну что, взлетаем? Давай. Привет всем! Здравствуйте, ребята! Сегодня покажу такой небольшой обзорчик про квадрокоптер Upsan H501S модель. Заказал ее из Китая. Пришла посылка через 2 недели. Сразу заранее извиняюсь за такие кадры. Будут меняться, постоянно прыгать. Снимал тут мой друг, а он неопытный в этом деле. Поэтому что-то где-то он терял, что-то где-то находил в кадре. Поэтому трясучка видео будет капитальная. Смотрим. Все, я его поймал. А там не поймал. Я его потерял. Где он? Вот. Он здесь вот. На белом. Знаешь, как поел терапию? Я на белом уже не вижу вчера. Я на белом уже его не вижу. Он над этими. Блин, мы тут на площади, я летаю, дрон летает наверху, а ты тут стоишь. Всего лишь, Ром говорит. Всего лишь, ага. Он не знает. Ой, да. Ну, пока нет, мы на площади сейчас. Санек звонит, блин. Ага. Я думал, кто там звонит нахер, блин. Давайте. Одна батарейка, Сережа. А где мы тут находимся? Вот под этим вот. Под нами, да? Ровно прям под нами. Да, ровно под нами. Хотя уже не ровно. Да, уже не ровно.
вот здесь должны появиться спутники. Вот 9 спутников уже появилось. И ниже GPS должно появиться как минимум 5 спутников где-то. 5-4 спутника. Прежде чем запустить вот этот. Сегодня ветер. Маленький тут квадрокоптер. Не знаю. Полетаем, посмотрим над ними. Как тут над ними будет летать вот эта штука. Вот такая вот штукенция. Сейчас мы... Вот такой вот пульт имеется. Сейчас мы туда слетаем. И туда слетаем. И посмотрим, чего у нас там сверху будет видно. Ну что, полетит? Наверное. Кстати, полет нацелится. А он с камерой? А вон камера. Да, там может у нас. У меня должен быть. Такой же? Нет, но... Вертолет? Да, только папа не дает. Такой же? Нет, не такой. Купи просто. Не дает. Это квадрокоптер, а у тебя вертолет. Вот здесь смотри, вот че он летал здесь, конечно, во. Охуенно. Охуенно. Пизда тогда. Сколько такая приколюха стоит? Он пишет сейчас. Камера там, где пишет там. Да, там камера стоит. Дорогая такая приколюха. Сейчас нет. Это что, город? Да, наш. Вован, тут весь город видно. А вот смотри, лачки слетаются, видишь? Сейчас они. Сейчас я футболист уйду, я приземляюсь. Вот сейчас все, весь спорт бросится. Да прикольный штук. Все, вниз летим. А тут сколько он может? Полкилометра. Тихо ты. Полкилометра? Да. И на расстоянии. Вон они вот почему-то взлетают в лачки, хуй узнал почему. Он, кстати, он пишет сейчас. Сейчас мы его возвращаем сюда. Вот, вот мы стоим здесь. Где он? Не вижу. Не вижу. Вот, а вот он, блядь, точно. Вон он. Мы тут стоим все. Вот GPS, тут функции все есть, все спутники. Показывают самодельные такие. А? Показывают самодельные такие. У него камера-то вот впереди еще есть, да, наверное? Вот включаем видеокамеру сейчас. Сделаем сейчас фотографию. Сколько? Вот фото. Все в одноклассниках, там вы есть все. Еще раз. Все есть в одноклассниках. Можем выше взлететь. Вот так вот. Оп.
взлетели наверх нахер. И кстати, он когда взлетает, я почему не знаю, но почему-то ласточки здесь прилетают все. Ну, она не крутится, они. Да, 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 да. И знаете, сейчас через 20 минут их столько здесь много будет. Да. А вон они как бы не сшибли. Нет, они не шибут их. Они как будто чувствуют его королем каким-то. Слушай-ка, а ты его сам крутишь, да, вот так? Вот сейчас, да. Вот камера здесь. На фокус. А это тоже камера? А, это просто. Нет, а вы его туда дальше можете отправить? Могу. Ну, на полкилометра, но батарейки уже хватает вот. А то упадет деньги. Ненадолго. Вот он полетел сейчас. Ну-ка, на фокус, если сейчас поглядеть. Во это! На спецзадание-то ей. Вот сейчас нас снимат. Вот сейчас я повернул, он, наверное, нас должен снимать. Ну, ничего себе, вот тут высота. Я уже не вижу его. Включаем функцию. Включаем функцию домой, и он должен приземлиться сюда. Он сам приземлится? Да. Вот откуда летел? Я оттуда взлетел. Да, оттуда, оттуда. Я оттуда залетел. А как он почувствовал, что сюда надо? Домой функционирует. Домой надо. Через пути. Скорее всего, блядь, сейчас. Да, у нас он нет сейчас. Точно, вот и отсюда взлетел. Да, да, я же видел. Блядь, и прям точно и сюда идет. Нет, вот он уж пока летает, потому что батарейка есть. Я пойду маленько на здоровье полетаю. Ты че, Ваня? Если даже ветер будет, у него отклонения никакого нету. Не, это вот взлетал ты, ветер. Он GPS спутники держит, вот 12 спутников. И ну, он всего... встанет маленько на да, да, все равно. Да, да, вы его тут в Сергача попали? Нет, в Китае. В Китае? Да, в Китае. Нет. Смотри, как экран так все поделал. И он может записать это все, да, вот что ли? Он пишет сейчас. Вот мы там летаем уже. А, мы здесь над этим. Зарядки ладно. Уже. Батарейка уже все, да, кобздец. Возвращаем его домой. Включаем функцию. Иди сюда! Молка, молка. Давай, 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 давай. Опа. На, выключи пропеллеры. Подожди, нет, держи. Все, вырубились. Тяжело, ты что-то видно. Есть. Или только одна? Нет, она здесь впереди. Впереди только, да? Можно подвесить, конечно, здесь экшн-камеру. Ну, это ему тяжелее будет крутить-то, да? Все, окей. Где тут? Ты есть? А мы тут есть еще, да? Даже нет, а это... Так, выключаем. Все. Ну-ка, можем посмотреть? Ну, конечно. Это жёсткий. Хоть снём, да, в аппарат, нет? Системы разогреваются. А может мне пробить поворот? Смотри. Там просто это, дует слишком ветер, микрофон вот это. Давай встань сюда, давай сюда, я сниму. Встань сюда. Пониже спусти. Подальше иди.
О, вот так останься. О, достань в ютубе на память. О, теперь можешь садить. А вот втроем сядь сюда, прям втроем. Прям сядьте, сядьте. Лепота-то какая. Хрущевская. Ну все, ребята, всем пока. Жмите лайки, дизлайки, подписывайтесь и все тому подобное. Всем пока.